Этот благодатный день освящения Тихвинского храма жители села Игнатово городского поселения Дмитров ждали не один год. В советские годы церковь жутко пострадала. Ее закрыли еще до Великой Отечественной войны в 1937 году. В это смутное и кровавое время по стране советов шагала коллективизация. Местные колхозники ничего умного не придумали, как использовать помещение Тихвинского храма под хранение зерна. Со временем стены храма оцерели, и с них почти полностью исчезли церковные росписи. Служба в храме Тихвинской Божьей Матери была возобновлена лишь в 1996 году. С тех пор началось медленное восстановление православной святыни. Кирпичная церковь во имя иконы Тихвинской Божьей Матери была выстроена в стиле ампир на средства прихожан в 1835 году. Оштукатуренное здание с белокаменным цоколем и карнизами характерно для сельского культового зодчества первой половины XIX века. Ранним утром начался чин освящения обновленного храма. Его возглавил епископ Серпуховской Роман в сослужении благочинного Дмитровского церковного округа, протоиерея Афанасия и местного духовенства. В божественной молитве епископ Роман поблагодарил жертвователей и прихожан за помощь, оказанную в благом деле восстановления Тихвинского храма. Особую благодарность он высказал главе Дмитровского района Валерию Гаврилову, который много делает для укрепления духовного единства и православия. После литургии епископ Серпуховской Роман и протоиерей Афанасий совершили крестный ход и почтили память служителей этого храма. В XVI веке Игнатово числилось патриаршим селом, то есть было передано царем во владение патриарха. В состав патриаршей вотчины входило 20 деревень и пустошей. В 1647 году при содействии патриарха Иосифа в селе была построена деревянная церковь во имя святого Николая Чудотворца. Известен такой факт. В 1651 году патриарх Никон посещал село Игнатово. Спустя 40 лет в Игнатове проездом из Троицкой лавры в Москву останавливался патриарх Адриан.